тюремный коленвал. Я такой первый раз вижу. Второй. Не, вот тот побольше. Тот было поинтереснее. Это гильзу ты посадил, да? Да. Гильзы. Так, это у нас станок, который делает фаски сильный. Вот станок. Валяй. Это седло поменяное. Вот так вот идет программа. Насочек станок. Вот он, я прижал пальцем 0. Это у нас сейчас вот этот поправлю. Он вышел на 0. Вышел на 0, ага. Не, ну вот я давай. На вот. Третьем кубике вот, на 0. Да. На 0. Четвертый сейчас вот подправлю. Все, 0. Четвертый 0. Ну все 4 0 вроде. Да. Все, поставили их на кубики. Сейчас мы его прижмем. Его. Вот сейчас мы проверим. Вот от этой плоскости. От этой плоскости получается. Да. А не от плоскости вала. Ну да. Вот здесь был наклон 15 соток на оси. Поставили мы его на кубики. Это второй, четвертый, да? Да. Подводим 0. Поехали. Был 15 соток. Ноль. Вот он ответ. То есть они, получается, его на плоскости шлифовали. Вот он. А не по валу. Вот он ноль. Поехали обратно. То есть сейчас ноль получается. Ну да, 15 соток ушло. Вот он ответ. То есть они шлифовали, повторяюсь, относительно плоскости. Вот он, смотри, вот он ноль. Ну, грубо говоря, сотка, да? Тут. И вот она. Здесь плоскость есть. Плоскость. Относительно той плоскости сделана эта плоскость. Ни по валу, ни хера. Ну да. Что, гильзы проверим? Да. Мерим относительно плоскости теперь. Да. Цилиндр. Вот. Минус 2, 0. Минус 2, 0. Пока так и было. Вот он. В пределах 2 соток. Угу. Опускаемся дальше. Сейчас рукой опущу. Здесь в пределах 3. Ну где-то в пределах 4. Но все равно есть, да, конус? А было минус 7 здесь. Да. А он, видишь, остался на нуле. То есть где было минус 7, сейчас у него 0. Да. А где было плюс 3, там сейчас около. Вот, здесь было плюс 2, ну как бы так и осталось плюс 2. Здесь 0, здесь минус 3, 0. То есть вот эти места выровнялись. Вот, вот, вот он, смотри, вот здесь было минус 7. Давай, грубо. Вот поехали вверх. Видишь? Угу. Конус. Его нет. Нету конуса. Ну, сотка, просто сотка это не конус. Ну, какая у вас ровный цилиндр. Да? Ну все, вопрос закрыт. Относительно колена цилиндр косой, а относительно нижней плоскости цилиндр ровный. Ну, еще раз не понял. То есть мы проверили от оси 15 соток. От оси наклон привалочной головной плоскости был 15 соток. Вот сюда, вверх. А от плоскости привалочной постели он выровнялся в ноль.
Вот так вот. И точно так же ферма пошла. На что точно? На 5? На 0,5. Буди ему на единицу точить. Я думаю, мы этот пополам разделим легко. Я же новый узкий коленвал сделаю сначала. Потом сделаем привалки и выставимся. Получается низ один у блока, да? Да. Вал под другой плоскости. Вал плоскостью. Под другом, под наклоном. И получается, да, вот эти боковые цилиндры, получается. Ну. Охренеть. Они как. Они его шлифовали как газелевский, наверное, просто вертикальный блок. УАЗовский, наверное. Как УАЗовский, да. Подожди. То есть мы сначала будем сейчас нижнюю плоскость править, потом ось коленвала. Сначала эту плоскость снимаем. Соток по 7, я думаю, нам хватит, 15 соток. Потом ось коленвала. Потом ось коленвала, от оси коленвала вот эту плоскость. И потом от этой плоскости и от оси коленвала цилиндры. Понятно. А они, получается, не сделали правку оси коленвала относительно этой плоскости? Не допонял вопрос. Ну, то есть... Раз у них ось коленвала в одной позиции, а плоскость в другой, значит они не делали правку оси коленвала относительно. Они делали правку. Ну а почему у них кривая? Я не понимаю, почему у них. Нет. Блоки даже с завода, вот если меряешь глубиномером, то есть отсюда до отсюда, может быть расхождение, я даже встречал до двух десяток разницу под конус. Но это все исправляется. Ось. Как бы вот эту ось переместить мы уже не можем. Нам это как бы и незачем. Мы сделаем другие базы. Короче, я уже немного запутался. Я, ладно, дальше будет Юра разбираться. Газелевские? Газелевские поршня здоровые. Ни хрена у них пальцы здоровые. Это из дизеля, камень. А, дизельные. У дизельных большие пальцы, да, сидят? Да. Это у нас аппарат ротлер. Спина. Это ты гильзовку делаешь, нет, или просто проточку под поршни? Ну я уже гильзовал. Вот это гильзовка. Это гильзовка была, да? Под гильзовку. Это идет фрезеровка головы. Она ползет медленно и снимает. По алюминию быстрее, да? Конинговка. Наносит тахон на цилиндры. Блок газели. Три поршня, блок трактора Ламборджини. Так, вот все установлен, поехали. Ноль. Купили где-то в районе сотки. Здесь две, дальше на последнюю. Ноль. Все. Будем растачивать. Кого? Это 6 соток. Угу. Снимается 6 соток все. Так, вот все, готовая плоскость. Обнижена на 7 соток. Сейчас вторую обнизим. Рома выставляет вторую.